О базовых ценностях, духовно-нравственном воспитании и ключевых задачах на предстоящий год. В преддверии новогодних праздников и Рождества глава республики встретился с представителями Алатырской епархии. Перед Новым годом, Рождеством, хлопот, забот много, да? Да, но все равно, слава Богу, встретились. В ходе встречи обе стороны обсудили перспективы развития православной культуры. В последние годы все больше молодежи приобщается к духовной жизни. Все те православные люди, которые молятся с детьми, даже с грудным ребенком, ходят. Сейчас вот рождественские вот эти службы будут. Соответственно, очень много молодых мам, пап, которые приходят в церковь. То есть по новой как бы вот жизнь восстанавливается, хочу сказать. А это что, мир, согласие, душа другая у людей. Формируются духовные ценности, конечно же, в первую очередь в семье. Чуваши в десятке регионов, где меньше всего разводов. А вот многодетных семей за последние 6 лет в республике стало больше. Примерно раза в полтора. Мы оказываем, конечно, по разным направлениям социальную помощь этим семьям. 3 учреждения дома-интерната мы последние годы закрыли вообще. Родителей усыновили, удочерили. В городе Чебоксары, соответственно, в одной семье 16 детей, из них 6, которые они удочерили, усыновили. Также стороны обсудили ряд рабочих моментов. Так гости выступили с идеей организации благотворительной акции. Большая выставка с участием именитых художников запланирована на следующий год. Наши художники тоже готовы, которые нет наши картины, не созданы. Они готовы бесплатно основе создать, и потом мы можем передать нашу патриархию. Потенциал мы хотим открыть. Никаких возражений нет. Есть желание реализовать еще один совместный проект – фотовыставку, посвященную столетию чувашской автономии. Сотрудничество с епархией будет продолжено. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.